Что ж, и в заключении у нас произошла очень странная штука. Была такая девушка Эрл Дэнни Грей, про которую очень часто всплывала информация о том, что она скончалась. Многие люди это подтверждали, прямо или косвенно. И как-то это, ну, не подвергалось сомнению, это принималось нами как данность. У нее были заброшенные соцсети абсолютно. И вот вдруг, 31 декабря, она выпускает трек. Причем совершенно непонятно. То есть сам факт того, что она выпустила трек, еще нифига для меня лично ни о чем не говорит. Я ей вот отправил заявку в друзья, чтобы не потерять страницу. Она добавила меня в друзья. То есть на странице кто-то сидит, совершает активные действия. На странице при этом не появилось никаких новых фотоматериалов, никаких новых видеоматериалов. В целом, как бы, никто не гарантирует, что это тот же самый человек. И она выпустила трек. Трек в честь Нового года, который как бы ознаменует ее возвращение. Это очень странная история, я хочу его послушать. Честно говоря, у меня очень много вопросов. То есть, ну, это могло бы быть взломом, это могло бы быть... Это может быть старая демка какая-то, которую выложили под видом нового трека. Я не знаю, как к этому относиться пока. Пока она не появится перед камерой и не скажет, что вот она, я жива. И желательно объяснит, какого хуя происходило все это время. До этого момента я не очень хорошо понимаю, что происходит. Давайте послушаем. Эрл Дэнни Грей, трек 20. Говорю, ибо человек – существо первое, главное во Вселенной. И красиво считает цифры, делает фильмы, играет пьесы. Странное интро. Непонятно, что после него ожидать. Говорю, ибо человек – существо разительное, поразительное. Творит то, что чувствует. Всегда то, что чувствует. И чувствует, когда делает. Ну, честно говоря, пока что это может быть трек из любого абсолютно года. Это может быть 2015 год запросто. То есть, ну, пока никакого указания на то, что это новая работа, я не вижу. И все-таки интересно, трек начнется или это так и будет такой типа скит? Ибо человек – существо исполнительное. Обязательно исполнительное. Получив авторитетные рекомендации. Ибо человек – существо сообразительное, соображает и фантазирует, решает, действует, отвечает за последствия. Он сам отвечает за последствия, самостоятельно и без подсказок. Ибо человек – существо свободолюбивое, необщественное, право имеющее, не должное никому никаких разъяснений. Не должное никому никаких разъяснений. Ты не должен никому. Вот, судя по этой фразе, это новое что-то. Вот вдумайтесь в эту фразу, вслушайтесь в нее в контексте ее возвращения. Вот эта фраза для меня выдает то, что это, скорее всего, действительно что-то новое. Знаю, никому никаких разъяснений. Ты не должен никому. Это, скорее всего, новинка все-таки. Говорю, ибо человек – существо прекрасное, властное над человеком, над собой невластное. Говорю, ибо человек на первом месте, в чести и бесчестии на первом месте, когда человек сам с собой вместе. Я в этот год сам с собой вместе. Это звучит как интро к чему-то большему. Я надеюсь, что это не разовое возвращение. Ну, то есть, если это интро к тому, что будет дальше, то это прям очень многообещающе. Как самостоятельную работу тяжело воспринимать, но в целом цепляет. Заставляет думать о себе. Это, наверное, главное. Если так, то все остальное не важно. Если это есть, все остальное не важно. Как вам? Дайте я прочитаю, что вы в чате пишете.
Лично мне очень зашло. Кажется, это будет постоянным скитом. Красиво. После этой строчки все остальные вдруг обрели такой же лейтмотив. Да, согласен. Есть такое ощущение. Согласен. После этой строчки все остальные вдруг обрели такой же лейтмотив. Подано красиво, но если текст разбирать, есть пару вопросов. Да, конечно. В этом и прелесть. Ну что ж, я на самом деле буду очень ждать, что она впредь сделает. Мне интересно, была Эрл Дэнни Грей как явление, пока я считал, что она мертва. И раз уж она воскресла, я очень хочу за этим пронаблюдать. Думаю, что нас жизнь еще сведет, и мы как-нибудь пересечемся, пообщаемся. Может быть, по контенту, может быть, просто вне камер, вне публичности. Но человек интересный, человек не пустой. С человеком есть о чем пообщаться.